Чорний павук з помаранчевими плямами на спині. Це каракурт або чорна вдова. Комаха невелика, але цілком здатна завдати нищівного удару. Один з найнебезпечніших видів павуків. Цього літа чимало жителів Південної України постраждали від укусів цього членистоногого. Каракурти розповсюджені у посушливих місцях, в степу. Найчастіше мешкають на пустирях, під камінням, на завалах сміття, в глиняних стінах, в загонах для худоби, у сухій траві. Вчені вважають, що смертність від укусів цього павука становить 4%. Отрута каракурта нейротоксична, паралізує роботу усього м'язу. Укус каракурта важко не помітити. По силі він схожий на укус оси і одразу викликає біль. Перші прояви можуть проявлятися через 10-20 хвилин. Першу допомогу людині, яка зазнала дії отрути, необхідно надати невідкладно. Тож, друзі, з нами вже на зв'язку обласний токсиколог Світлана Маркова. Доброго ранку! Добрий день. Доброго ранку, пані Світлано. Тож, сьогодні в ефірі «Нового дня» ми хочемо, щоб ви розказали нам про ситуацію з укусами каракуртів. Ми знаємо, що вже з'явилися на Миколаївщині перші жертви. Спасибо за вопрос. Дело в том, что вот впервые уже сейчас, начало августа, в принципе, типичное время, когда мы встречаемся с укусами этих насекомых. Прошли дожди ливневые, после ливневых дождей каракурт пытается найти себе какое-то укромное местечко, и поэтому мы можем встретиться в ситуации, когда он заползает в жилище, в какие-то туалеты, в тапочки, которые стоят на улице. В данной ситуации у нас поступил пока один человек. Женщина 49 лет, работник автопредприятия, она просто выпускала машины с территории. В ночное время выпустила последнюю машину, пошла прилечь отдохнуть. Одежду не меняла. Вокруг много травы, много бурьяна. И ночью, в 2 часа ночи, почувствовала укус. Укус обычно каракурта, он не болезненный. Появляется небольшое пятно и точечка посередине. Все, место укуса, как укол. Но минут через 10, 15, 20 возникает резкая боль, которая распространяется от места укуса по туловищу, в конечности, в поясницу. Возникает озноб, чувство страха. Потливость резко выраженная, повышается артериальное давление, сердцебиение. Боль настолько интенсивная, что больной обычно сразу стремится обратиться, в общем-то, за помощью. Она была доставлена в больницу, проведены соответствующие мероприятия, которые проводятся при этом. Во время, конечно, когда больной поступает, если есть вокруг окружающие, желательно согреть, дать горячее питье. Можно дать обезболивающие, любые препараты, которые есть на месте. Если есть гормональные средства по типу преднизолона, дексаметазона, можно уколоть этот препарат и следить за артериальным давлением. Опасно всегда это у гипертоников, потому что гипертоники и так имеют высокое артериальное давление, и при высоком давлении могут возникнуть какие-то сосудистые осложнения. Женщина пролечилась, она имела еще сопутствующую патологию, это сахарный диабет и тоже, кстати, гипертоник. Но, тем не менее, проведено лечение полное, и больная сейчас готовится к выписке. Мы, собственно говоря, сейчас немножечко подлечим уже по поводу ее основных других заболеваний, которые она имеет, чтобы выписать ее в состоянии хорошем. Дякуємо вам. Вот такая у нас... Что-что? Кажу, дякуємо вам за вашу роботу, за те, що рятуєте життя миколаївців. Спасибо, спасибо большое. Будьте осторожны, просто хорошо, пусть население хорошо осматривает. Сейчас начнется сбор сорняков с огорода. Вот тогда чаще всего возникают эти укусы, потому что носят бурьян, в бурьяне находится этот паучок, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Пані Світлана, кажуть, що укус каракурта має смертельну небезпеку для людини, але хочеться зараз якось заспокоїти містян, якщо вчасно звернутися до лікарні, то дійсно ж... Ну да, немножко преувеличены эти слухи. Раньше, конечно, во-первых, укус каракурта зависит от зрелости паука. Чем он более зрелый, тем он более сильно переносится этот укус. Это во-первых. Во-вторых, действительно, есть все средства для того, чтобы этого избежать. Если обращаются, в принципе, у нас летальных исходов последние годы не было. Вообще. Был летальный исход когда-то, очень более 10 лет тому назад, у гипертоника с высоким давлением развился инсульт. Это то, о чем я говорила. А в принципі, завжди, звісно, своєчасне обращення завжди допоможе спасти людину. Дякуємо вам за вашу роботу, дякуємо вашій команді.